запланированная нашу сегодняшнюю программу завершит Сергей Иванович Крива. После чего я приглашаю всех неравнодушных сказать что-то, может быть, пожелать, может быть, есть какие-то вопросы, ну, в общем, к открытой дискуссии. Большое спасибо. А, да. Ну, прежде всего, надо поздороваться, да? Добрый день, дорогие жители города Перемышля. Я не признаю постановление 25-го года, поэтому все равно обращаюсь к перемышлянам, как к жителям города, древнего города Перемышля. И... Спасибо. И независимо от этого, наверное, вот мое сегодняшнее выступление, оно будет, наверное, связано прежде всего с тем, что связывает Перемышль как город с древней русской историей. Зовут меня Сергей Иванович Крилов, я сотрудник Калужского государственного университета, и мне нравится вот название «Завперпедтех», поэтому я примерно вот такой же «Завперпедтех» в рамках КГУ, директор инженерного института. Да, и приехав сегодня к вам в Перемышль, я привез двух замечательных людей, выпускницу с вашей школы Виктории Игоревны. Герасиму, да, который сегодня является моим заместителем по воспитательной работе и аспиранткой нашего университета, она здесь. И второй человек, который вот организовал все вот это вот картинную красоту, здесь у вас Ольга Алексеевна Кузьминова, которая после меня будет поступать. Мне повезло, спасибо, Анастасия Васильевна, что вы мне не в самом все-таки конце, всегда очень сложно выступать первым и последним. Первому, конечно, хорошо в том плане, что он может нарушать сколько угодно регламент, уже первый, да, а последнему уже все уже надоели и хочется побыстрее закончить. Поэтому я постараюсь быть достаточно кратким и все-таки остановиться в основном на главных тезисных вещах, о которых я хотел бы вам сегодня поведать. Естественно, сегодняшняя конференция и сегодняшнее наше время нас подталкивает к тому, чтобы мы все больше задумывались о том историческом прошлом, которое нас подпитывает, благодаря которому мы с вами сегодня живем, на что мы можем опираться. Страна уже 30 лет ищет свои опорные какие-то вещи, которые необходимы для воспитания молодежи, а в любом случае все, кто собрались сегодня, мы так или иначе имеем отношение к обучению, к воспитанию, к образованию. И, конечно, имена героев, а сегодня это особенно актуально, мы думали, что ребята, сегодняшняя молодежь, не поведут себя так, как вели на фронтах наши деды, а оказалось, что мы были неправы. Они ведут так же и совершают такие же подвиги. И проводя определенную параллель тех исторических мест, которые сохраняются у нас в стране, мы чаще всего говорим о музеях, писателям, художникам, музеях, связанных с именами, ну, иногда известных ученых, но практически нет музеев, которые посвящены войнам. Да, я не беру Жукова, да, все как бы уже избиты, понятно. Да, это имя номер один, да, Бородино. И вы знаете, вот готовясь сегодня к конференции, я нашел для себя даже новое место в городе Калуге, мимо которого я приезжаю дважды каждый день, и понимаю, что вот я еду там, где похоронен мой герой, о котором я сегодня буду говорить. К сожалению, сегодня, вот об этом я уже услышал, да, говорили о том, что сегодня доступна информация, а с другой стороны, это плохо, что она доступна, потому что очень много мусора, который нам не нужен. И я хочу вот сегодня, как раз ехали, когда я вспомнил одну очень скорбную историю, связанную с городом Можайск. Да? Город Можайск тире Бородинское поле. Бородинское поле тире Можайск. И одна учительница истории мне рассказывала, что у нее были дети в 9 классе, которые не знали не только Барклая де Толли и Багратиона, а даже не знали, кто такой Кутузов. Это у Можайска, на берегу Бородинского, на краю Бородинского поля. Это страшно. Это страшно, потому что вот в этой ситуации мы понимаем, что мы вот эти скрепы, вот эти точки, которые нам очень важны, мы их теряем. И поэтому сегодня я хочу вам рассказать об одном человеке, который был связан с Перемышльским краем, так как у него была усадьба.
на территории, ну, сегодняшнего Перемышльского района, потому что Стасия Васильевна говорила о том, что тут у нас вот меняют, режут нас то так, то сяк. Ну, неважно, Перемышльский это район, это Козельский район, это Адуевский район Тульской области. Мы все россияне, мы живем все в одной стране, и вот эти деления, мы прекрасно понимаем, они все условно в какой-то степени. Так вот, имя этого человека Александр Яковлевич Меркович. Я очень рад, что совсем недавно, и к стыду своему я все-таки еще не попал туда, я в ближайшее время, как снег сойдет, доеду до этого места, Никола Жупань в Адуевском районе Тульской области, где сегодня создана, возрождена усадьба, которая называется усадьба генерала Мерковича. Герой войны 812 года, мы когда говорим вообще о войне 812 года, мы всех называем героями войны, потому что они действительно были герои. Там была совершенно другая, так сказать, война, совершенно другие были отношения. И если сегодня, к сожалению, вот в частности среди моих студентов, много тех, у кого белый билет, не служившие, потому что они якобы больны. А тогда это было невозможно. Невозможно было не служить. Ведь даже если ребенок рождался инвалидом, как наш знаменитый Пафнутий Львович Чебушев, у которого одна нога была короче другой, и он не смог стать гусаром, он скрывался в библиотеке отца, потому что мальчишки его дразнили. Ну, нам повезло. Он стал великим русским математиком, первым фактически русским математиком, с которого математика-то и начинается. Говоря о генерале Мерковиче, следует сказать, что он родился, и вот сейчас прошу тогда первый слайд, в семье, дворянской семье сербского происхождения. Да, отец его действительно переехал сначала в Польшу, потом оказался в России. Ну и многие, кто приезжали к нам в Россию, вы наверняка, вот особенно старшее поколение, помните, они приезжали на службу. Приезжали зарабатывать деньги, честно. И, безусловно, служили очень хорошо. Многие из дворянских фамилий, да, перешедшие из сегодняшнего Евросоюза к нам, да, то есть они приезжали, и даже предки того же самого Михаила Юрьевича Лермонтова, Лермонт знаменитый тоже приехал, так сказать, служить, и Багратион, и Паркадетоли, да. Поэтому переезд был вполне понятен, прекрасно служивший отец Яков Семенович, по-моему, да, он получает столь хорошие отзывы, что дети его, у него было двое сыновей, Федор и Александр, двое сыновей получают, ну, идеальную привилегию и имели право поступить в пажеский корпус, который они с отличием закончили. Они прекрасно понимали, что это был, вы знаете, как вот сегодня, если мы проводим там параллели с американскими баскетболистами, боксерами, да, они понимают, что вот оттуда они могут подняться только своим огромным трудом. И вот так Федор, старший брат, да, и Александр становятся служилыми людьми. Да, и, естественно, родившиеся в конце 18 века, практически все, кто были в дворянах, они же уже были, им судьба была предначертана, Бородино, да, им была судьба предначертана, так сказать, наполеоновские войны. И в возрасте 20 лет Александр и в возрасте 23 лет, уже будучи полковником, Федор попадает на Бородино. Перед этим был, конечно, Смоленск, был Витебск, были арьергардные бои, но самым главным итогом становится Бородино. И полковник Федор Яковлевич Меркович ранним утром, буквально в 9 утра, он получает практически смертельное ранение. И когда двое бойцов вытаскивают его с поля боя, он это описывает потом в своих воспоминаниях, они приговаривали: жалко нашего полковника, наверное, помрет. Ну, не помер. Молодец. И вот сегодня, кстати, говорили, было выступление по поводу ранения там мальчика, который попал в глаз, так сказать, да? Наверное, может быть, помните историю, в частности, и с Кутузовым. У него же один глаз-то точно так же он потерял. Когда первый раз его привезли, так сказать, с ранением головы и потерян был глаз, хирург сказал: не, этого лечить мы не будем, так сказать, да, но он все равно помрет. Но он выжил.
Потом второй раз, у него два ранения было в один и тот же глаз. Когда его второй раз привезли к этому же хирургу, через несколько лет в другом сражении совершенно, хирург увидел, сказал: «О, так это же Кутузов, этого будем лечить, все равно не помрет». Да, то есть вот примерно такая же ситуация была и с Федором Мирковичем. Получив тяжелое ранение, он тем не менее остается жив. И через 44 года приедет в усадьбу Николы Жупань. Да, сейчас прошу следующий слайд. Вот как раз Федор Яковлевич Меркович, да, генерал под инфантерии, да, в переводе на современный язык генерал армии. Да, естественно, это единственная фотография, вот, ну, собственно, Федора. Александра, к сожалению, вот, не нашлось, так сказать, нигде, и в интернете я смотрел, и в описании, да, нет, к сожалению. Но судьба у Александра была более, скажем так, удачная и более продолжительная по жизни. Видимо, вот ранение, которое получил Федор, оно так или иначе все-таки сказалось, так сказать, на жизнь, да, и он умрет, ну, скажем так, значительно раньше, чем Александр. Александр Яковлевич, следующий слайд, пожалуйста. Да, вот Александр Яковлевич Меркович. Обратите внимание на годы жизни. Он умер в возрасте 96 лет. Да? То есть по тем временам, ну, сегодня трудно, так сказать, таких людей найти, а тогда это был особенно человек, прошедший долгие годы службы. Естественно, какие-то ранения были, у него не было, в отличие от старшего брата, серьезных ранений, но тем не менее. И всю свою жизнь Александр Яковлевич посвящает сохранению исторической памяти героев войны 1812 года. Так получилось, что в 1817 году, когда закладывалось строительство нашего храма Христа Спасителя, того первого храма, который был взорван, да, его пригласили на открытие. И через 66 лет, представьте, через 66 лет, в 1883 году, генерал Меркович уже был приглашен императором Александром III, да, для того, чтобы присутствовать при открытии данного храма уже, пусть, то есть он строился очень долго, как это известно. И получилось таким образом, что он приезжает, и, ну, император был удивлен, что еще, хотя, возможно, знаете, что и даже на празднование столетия Бородинского поля было несколько бойцов, которые воевали, сражались в Бородинском сражении. Здесь прошло 66 плюс 5, 71 год, да, после Бородинского сражения, и Александр III дает ему отдельный дополнительный пенсион еще, так сказать, 400 рублей. И фактически, вот, проживя часть жизни, вот следующий слайд, пожалуйста, да. Вот, пожалуй, главный, скажем так, герой, который связывает нас сейчас с именем Александра Яковлевича, в том, что он фактически провел огромную, так сказать, работу по сохранению памяти, вот, имени хорошо известного, так сказать, в Калуге унтер-офицера Семена Артамоновича Старчика. Да. Благодаря ему это имя было, скажем так, добыто из небытия, хотя, по большому счету, подвиг Старичкова по спасению знамени после Аустерлицкого сражения, да, был удостоен чести императора Александра I, который выделил деньги на то, чтобы, ну, не родителям, точнее матери, потому что отец к тому времени Старичков уже скончался, да, а его матери и его сестрам был выделен дом в Калуге, сейчас, по-моему, будет действие. Следующий, покажите, пожалуйста. Да, вот фотография, этот дом, может быть, калужане или жители Перемышля, кто бывает рядом с городской управой. Он сохранился до сих пор, переулок Старичкова так и называется. И что самое отрадное, во время русско-турецких войн имя Старичкова стало, вот как, может быть, для нашего поколения, моего поколения, там Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, да, то есть это стали символы несгибаемости, победы. Человек, умирая на своем теле, хранил полковое знамя Азовского полка. Да, и потом передает его это знамя, умирая, понимая, что
жизни ему, так сказать, остались часы, он передает своему служивцу, солдату по фамилии Чайка, и когда этот Чайка, так сказать, доставил это знамя, то лично рескриптом императора Александра I Чайка получает унтер-офицерское звание, да, и соответствующую пенсию, и, собственно, все, так сказать, льготы, которые можно было позволить вот в его звании. И так получилось, что рядом вот с этим домом, в Старичково, в Калуге, там, где находится библиотека Белинского сегодня, располагался и дом Мерковича, когда он после Николы Жупани, следующий слайд, пожалуйста, да, вот данная усадьба, которая сегодня, вы видите, сейчас следующий слайд будет, восстановлена уже эта усадьба, да, в 2005 году ее вернули. Это первый случай такой реституции у нас в России, когда вернули потомков, и они восстановили, и вот, если не ошибаюсь, в прошлом году, недалеко от города Адуева, открыт вот музей. Поэтому, наверное, давайте следующий слайд. Да. Вот это открытие музея. Музея всем героям, наверное, войны 1812 года, и в том числе Александру Яковлевичу Мерковичу. Потому что, не буду сейчас вот долго рассказывать, это, наверное, уйдет тогда в целую лекцию, мою посвященную этому человеку, да, но тем не менее, связь со Старчаком, так сказать, да, и усадьба, потому что так получилось, что здесь очень длинный такой список родственников, знакомых, близких, да, с кем связан был Меркович, потому что жена его была урожденная Чечерина, ее, так сказать, мать урожденная Демидова, и тут все вот этот весь клубок знаменитых, так сказать, фамилий переплетающихся. Но я помню, в Тверском госуниверситете много лет назад была конференция под названием «Все дворяне родня». Поэтому здесь вполне понятно, что да, это нормально, и вот определенный план у нас, в отличие от Индии, у нас нет, так сказать, каст. Но, тем не менее, вот она в данном варианте такая каста. И в 2005 году дом этот был передан, и на сегодняшний день совместными усилиями, я понимаю, что здесь и административный ресурс был, так сказать, помощь друзей, знакомых, родственников и так далее, вот, восстановили и создали такой замечательный музей в окрестности города Адуева. Это село Никола Жупань, ну, Никольское первоначально, так сказать, было, да, и это имение досталось в качестве приданного. Ну, когда получил его в приданное Александр Яковлевич, это был деревянный дом, потом он выкупает эту усадьбу у своей жены, да, становится хозяином и строит вот этот каменный усадебный особняк, стоящий на берегу, высоко на берегу реки Упы. Вот, к сожалению, здесь нет, я не ставил слайд, потому что было бы слишком долго. Да, прекрасный вид на реку Упу. И в 1851 году фактически этот дом был построен. К сожалению, это уже было после смерти его, так сказать, супруги. Понимая определенной степени своего одиночества, он переезжает как раз в Перемышльский район, усадьбу Чепичина, да, недалеко от Верхнего Алопова, там находилась, так сказать, его усадьба, которую он через некоторое время передает своему сыну, да, передает ему сначала Николу Жупань, а потом передает и вот Перемышльские земли, скажем так, а сам уезжает в Калугу. Понимаю, что всякий человек уже в возрасте, это, к тому времени уже было к 70 годам, да, прекрасно понимаю, что лучше все-таки жить поближе, так сказать, к центру, где может быть и врач, так сказать, поближе и так далее. Ну, все мы прекрасно понимаем, что не изменилось, так сказать, в жизни. Да, и поселяется вот рядом как раз с домом Старичкова, и практически вся жизнь вот в городе Калуге была посвящена именно вопросам, связанным с сохранением памяти. И проживет до 1888 года, и вот, наверное, следующий слайд у меня, да, и вот будет похоронен в монастыре, здесь написано, Святого Креста, да, ну, который, Крестовоздвиженский монастырь, который находится на перекрестке улицы Карла Липкнихта и улицы Московской, рядом с нынешней 17-й школой города Калуги. А так как я каждый день езжу по улице Московской, вот приезжаю мимо этого дома, мне всегда представляется, что где-то здесь похоронен мой герой Александр Яковлевич Меркович. И следующий слайд, который я тоже поставил уже после «Спасибо», так вот закончен. Да, вот правнучатая правнучка героя Мерковича, Ольга Серафимовна,
Троицкая, Меркович, которая, собственно, и занималась, и в интернете можно много найти вот информации, так сказать, в частности, о ней, о возрождении вот этого дома, который в данном случае может стать вот таким, ну, для нас Бородино. Дальше это здесь ближе Адуев, да, таким маленьким уголком Бородинского поля и маленьким уголком Можайска. Я думаю, что вот сейчас как раз то время, когда такие места нужно посещать, они становятся местом силы для нас. И я думаю, что у этого музея достаточно серьезное будущее. Хотя, собственно, если говорить о самом городе Адуеве, если кто-то бывал, мне вообще такой музейный город, там чего только нет, начиная от фельдмановской игрушки и заканчивая музеем пчелы и меда и пчеловодства. Да. Поэтому, наверное, вот завершая свое выступление, хочу пожелать всем нам мира и добра, и чтобы все-таки героями у нас чаще были писатели, переводчики, такие как Николай Гривенко. Спасибо. И в этом случае я хочу передать привет Анастасии Васильевне вам и через вас, так сказать, всему району, потому что я понимаю, что администрации здесь, наверное, никого нет, да? Да. Да, вот передать привет от ректора нашего университета Максима Анатольевича Казака. У нас аналогично, мы с Ольгой Алексеевной приехали потренироваться, потому что у нас 14 апреля будет конференция под названием «Времен связующая нить», да, и культура русской усадьбы, которую мы, собственно, связываем, и в том числе Николай Жупань, правда, у нас не будет выступлений, посвященных этому, но, тем не менее, у нас собирается достаточно большое количество людей из разных уголков России, от Спасского Лутовинова до села Бернова. Я думаю, что некоторые, особенно молодежь, не знают, что такое Бернова. Бернова – это усадьба, так сказать, Вульфов, усадьба Пушкина, да, и музей Пушкина, вернее, не усадьба, это музей Пушкина, да, и все знают, кто такой Троекуров. Вот Троекуров Бернова. Это так, для слова, да? Если сравнить, потому что у каждого литературного героя есть свои, так сказать, прототипы, да? В данном случае вот мы как раз говорили вот о возрождении и усадебной культуре, и у нас сегодня вот как бы задача о том, как сохранить и спасти то, что есть. Вот пример Берковича, то, что сохранили, и есть. Есть такие места у нас на территории Калужской области, есть такие места на территории любого региона, и, к счастью, сейчас в связи с соответствующими законами богатые люди покупают такие усадьбы, они становятся их частной собственностью. Но я думаю, они тогда тоже пришли частной собственности, правильно? Поэтому что говорить, что они сразу должны быть. Шикарное такое место есть в Тверской области. Это усадьба Волосова-Степановская, да, которую выкупил богатый человек из Москвы, да, и сделал из нее замечательную свою личную резиденцию и музей, да, который можно посещать, смотреть, вот, знакомиться с родом Куракиных. И таких усадеб достаточно много. И вот одна из них, которую мы занимаемся вот, со студентами нашими, это Путой. Есть усадьба Федяшева, да, усадьба старшей дочери Пушкина Марии Гартунг. И вот, кстати, тоже сегодня вот говорили, что голодали эти люди, да. Старшая дочь прожила дольше всех из детей и умерла в 19 году от голода. Вот вам как раз наше все, да. Правда, Луначарский уже ей выписал там пенсию, но пенсия ушла на ее похороны. Так что вот здесь есть много таких перипетий, и я думаю, что в любом случае вот эта конференция, которая у нас будет проходить, очень бы хотелось, чтобы что-то было перемышленское в этом альманахе, который я вот хочу подарить Анастасии Васильевне, нашей альманах, с прошлой конференции, которая была 2 года назад. Да, Ольга Алексеевна, ее ученица сделала, так сказать, дизайн, да, у нас теперь есть свой такой штатный, так сказать, дизайн, поэтому здесь вот пожелание, чтобы тоже было все вот так. Спасибо. Все, надо оторваться от микрофона, иначе будет трудно.